Так, всем привет, с вами я, Дикий Кабан, и сегодня я вам покажу нашу колонизированную, так сказать, базу, мою, точнее, личную, президентскую, президентского класса. Тут у нас кухонька, шкафчики всякие, холодильник пустой, потому что, в принципе, у нас с запасами в бочечках, кроватки, я тут сплю. Тут у нас компьютер для связи, может, тут поигрываю, потому что тут хороший роутер у нас стоит вот тут. Можно матчи смотреть прямо вот с планеты нашей. Правда, тут иногда ловит плохо, но это только во время штормов. Так, дальше у нас тут, у меня пшеница растет, чтобы я с голоду не сдох. Тут я могу немного прийти в себя, а тут у нас недоделанная такая комната. Просто, по приколу. Я тут, думаю, ферму сделаю. Так. Возвращаемся. Сейчас я вам покажу скафандр свой. В принципе, и мы отправимся смотреть дальше. Так вот, мой скафандр такой вот, наш кабанский, современный, и шлем надеваем, и теперь мы можем без операции, то есть сейчас можно сделать операцию и ходить, в принципе, по любой планете, в космосе. Газы также не восприимчивы будут, Так, вот наши ракеты, РМ-1. Одна из самых первых ракет, которая посетила Марс. Вот там вот вдалеке большая стоит. Поновее будет, то есть самая последняя большая. Это самая вообще бета-версия, так сказать, ракеты, чуть левее у нас. А справа от меня такой... там можно, поесть мясо, вот так скажу. Вот наша современная ракета РМ-3. Это еще у нас, так сказать, одна из самых лучших ракет. Потому что, все-таки я глава государства, и мне нужно побезопаснее. То, что без меня кабанья рухнет. Возможно. Так, дальше у нас идет вот наша база, где мы хаваем. Можем, точнее, поесть, сделать себе. Тут всякие у нас барашки будут. Так, сейчас я обойду. Так, вот. Чуть-чуть нужно было отойти мне. А то тут эти... На Марсе опасно довольно. Так, заходим, в принципе, внутрь. Блин, дверь. Заела дверь, и придется ее выломать. Не страшно, там внутри сильный поток кислорода, который не даст попасть внутрь, туда, внутрь. Атмосферу загрязнить, внутреннюю. А этот вакуум, или как его можно назвать, не попадет внутрь базы нашей. Не думаю таких побольше зон установить, но на это тратится очень много солнечной энергии. Так что, вот мы как раз-таки сделаем сферу Дайсона из Марса. И затем, может быть, остаток Марса, когда он поменьше будет, на нем будет потеплее, в принципе, потому что мы снимем там верхний слой тонкий. И, в принципе, думаю, мы сможем колонизировать его, чтобы на нем жили кабаны. И прочие, так сказать. Вот эти синие штучки, они ощущают воздух. Поэтому барашки тут живут. Вот у нас барашки. Тут... Даже черный барашек есть. Мы его изобьем. Так, закрываем дверь. Куда я пополз? Закрываем дверь, чтобы наши, так сказать, барашки не сбежали. Так, дальше у нас что идет? Курочки. И там у нас коровки. Сейчас я вам покажу их. Так, все-таки воздух тут загрязняется, сразу починю, после того, как запишу этот ролик. Чтобы тут никто не вымер. То мне тут без коровы будет одиноко. Так, в принципе, пока не будем закрывать. Мне тут чуть-чуть базу показать. В принципе... Ой-ой-ой, бараны. У них тоже эти очищатели стоят. Так, в принципе, погнали дальше. Вот наша база моя основная. И тут у нас такая маленькая ракетка. Я бы сказал, кораблик. Мы на ней можем долететь до нашей станции, которая в воздухе находится. На ней как раз таки отлично, супер интернет ловит. Лучше, чем из нашей резиденции даже. Потому что она прям в космосе почти находится. В конце атмосферы. Вот мы улетаем, видим конец ракеты. Через несколько минут наша сверхзвуковая ракета
уже достигает орбиты. Орбита, можно сказать. Так, вот я поднялся в нее, тут проблематично залететь, но тут, в принципе, можно полетать, как вы. Поэтому по космосу. Тут разгерметизация, или как она называется. Так, неудачно залезаю как-то. Тихо-тихо, все, вот. Наконец-то, а то тут этот меня не хочет отпускать, космический вакуум. Так, что у нас тут находится? Тут у нас несколько компьютеров для работы. Справа просто кнопки какие-то, может они какие-то функционал. Тут у нас склад или топливный бак, потому что там есть похожая штука. Так, дальше у нас и там вот выход есть, там тоже экстренный выход на случай крушения. А, компьютер для работы один, ну скорее просто смотрит какие-нибудь видосики. И кроватки, можно тут поспать, отдохнуть, сундучки у каждого. Надо их на бочке изменить, чтобы поудобнее и покрасивее было. Так, выход, я думаю, демонстрировать не надо, там просто дверь на улицу. Так, открываем, тут у нас, смотрите, тут у нас вот как раз-таки топливный бак вроде. Или, а нет, вот это склад. Ой-ой-ой, опять я сломал что-то. Надо будет залутать потом, мастеров вызвать. Залатать. Так, тут у нас, что это такое? Тоже отдел какой-то. Ну вот, в принципе, тут можно просто так почилить. И несколько вот выходов опять. Давайте, в принципе, покинем, ничего интересного уже не осталось. Вот так вот мы с помощью, в принципе, легкой такой слабой гравитации аккуратно, нежненько падаем на Землю. Ну, не на Землю, а на Марс. Вот сейчас мы подлетаем. Вот ракета уже виднеется, старая такая. Может ее разобрать вообще на металлолом будем разбирать. Так, что у нас тут дальше? Идем по Марсу, в принципе. Ну и вот моя база. Я думаю, вы все поняли. На базу посмотрели. Так что на этом все. В принципе. Попрощаюсь с вами. Всем пока.